Жителям Кульсары, чьи дома признают аварийными после паводка, выплатят компенсации по рыночной стоимости жилья. Об этом сегодня заявил сам аким региона. Серик Шапкенов встретился с пострадавшим населением нефтяного городка. Деньги, напомнил аким, можно будет потратить исключительно по целевому назначению. На покупку нового жилья или ремонт и восстановление уцелевшего. Ущерб власти обещают возместить по среднерыночной стоимости по городу Кульсары. По подсчетам чиновников, это 200-240 тысяч тенге за квадратный метр. Пока оценочные документы получили чуть больше 100 жителей. Они уже могут забрать деньги. По остальным домам еще работает комиссия. Полные данные обещают предоставить в ближайшие 10 дней. Сейчас в первую очередь пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение 2 недель.